Заместитель председателя федерального правительства Ольга Голодец с визитом в Нижегородской области. Утром она посетила стадион «Нижний Новгород». Здесь члены регионального правительства представили проекты различных объектов, которые позволят развивать спорт в регионе, привлекать к здоровому образу жизни больше жителей и проводить в области соревнования по различным дисциплинам. Среди таких объектов – дворец водных видов спорта, комплекс трамплинов, легкоатлетический манеж и ледовая арена.